В понедельник, 23 октября, стало известно о смерти российского блогера «Дяди Славы». Настоящее имя – Станислав Андреев. В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием. Станислав Андреев – российский блогер и стример. Он стал известен под псевдонимом «Дядя Слава» в 2017 году, когда завел свой YouTube-канал. Он получил известность благодаря своему YouTube-каналу, где высказывал мнение о политических событиях в России и мире, а также устраивал сборы пожертвований для российских военных, находящихся в зоне СВО. Командир спецназа «Ахмат», герой России Абты Алаудинов, называл дядю Славу боевым товарищем и настоящим патриотом России. Параллельно с YouTube, где у Андреева набралось около миллиона подписчиков, он развивал канал «Дядя Слава» в Telegram. Там на блогера подписано более 500 тысяч человек. Андреев Станислав Алексеевич, он же «Дядя Слава», ушел в лучший мир с улыбкой на лице. Он сталкивался с болями, которые прожигают не только тело, но и душу с разумом. Он пережил за всю свою жизнь 3 клинических смерти и 1 четвертую, заключительную, сообщил его сын в пост телеграм-канала. В последние годы блогер боролся с раком. Он умер вечером 22 октября в больнице. Рубрика «Регионы», Тюменская область. Лобовое ДТП автомобиля «Нива» и тягача «Мерседес Актрас» с полуприцепом. 2 человека погибли. На 495-м километре трассы Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск водитель автомобиля «Нива» решил совершить обгон. Приступив к маневру из-за скользкой дороги, она не успела его совершить и буквально лоб в лоб столкнулась со встречной фурой. От мощного удара «Ниву» выбросило в кювет, а неуправляемая фура выкатилась с трассы в поле. Удар оказался такой силы, что «Нива» превратилась в груду искореженного железа. 33-летняя женщина-водитель «Нивы», стаж 1 год, и ее 65-летний отец скончались на месте происшествия. 23-летний водитель фуры не пострадал. Инцидент на востоке Москвы. От жителей дома 12/11 по Федеративному проспекту на номер 112 поступило сообщение о том, что они слышат крики человека о помощи. По указанному адресу на место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи. Поднявшись на этаж, полицейским и врачам дверь никто не открыл. Дополнительно на место ЧП были вызваны спасатели для вскрытия двери. Через некоторое время при помощи слесарного инструмента доступ в квартиру был обеспечен. На полу одной из комнат лежал пожилой мужчина. При осмотре мужчины медиками было установлено, что у пострадавшего произошел инсульт. Позднее сотрудниками скорой помощи пострадавший был госпитализирован. Рубрика «Регионы», Ярославль. 4 автомобиля столкнулись на проспекте Фрунзе. 36-летний водитель автомобиля «Митсубиси» влетел в стоящий на светофоре грузовой фургон «Газель», который врезался в автомобиль Range Rover Evoque, а тот столкнулся с автомобилем «Шевроле Круз». В результате ДТП водитель «Митсубиси» доставлен в больницу. Предварительно ДТП произошло из-за того, что водитель «Митсубиси» отвлекся от дороги. В центре Москвы в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 2-летний ребенок, сообщили агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления ГИБДД. По предварительным данным, на улице Новокузнецкой в районе дома 31 водитель автомобиля «Шкода» совершил наезд на женщину с коляской, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожной аварии пострадал ребенок, находившийся в коляске, которого доставили в медучреждение, сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Проводится административное расследование. 24 октября в 21 час 44 минуты в службу 112 города Москвы поступило сообщение о пожаре по адресу Тинау, поселение Первомайское, деревня Милюково, улица Алексеевская, дом 88. Загорелся деревянный дом. Площадь распространения огня составила 60 квадратных метров. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона города Москвы, в том числе расчеты ПСО номер 206, ОП ПСО номер 306 столичного пожарно-спасательного центра. По прибытии огнеборцы подали 3 водяных ствола к очагам загорания. Жители дома успели покинуть здание до прибытия пожарных. Пожар был ликвидирован в 23 часа 29 минут. Пострадавших нет.
Андрей, заходи. Рубрика «Регионы. Ленинградская область». Столкнулись грузовик «Газон Next» и автомобиль «Мерседес». Утром на съезде с кольцевой автодороги КАТ в поселок Бугры Всеволжского района в результате попутного столкновения автомобиля «Газон» и легкового автомобиля произошел пожар. По информации очевидцев, водитель «Газона» при движении по кольцевой трассе в какой-то момент отвлекся от дороги и допустил столкновение с двигавшимся впереди «Мерседесом». На момент ДТП в грузовике осуществлялась транспортировка газовых баллонов, которые в результате удара упали на проезжую часть. В следующее мгновение произошла разгерметизация нескольких газовых баллонов и раздался взрыв. Зарево огня увидели жители ближайших зданий и вызвали на место оперативные службы. На место ДТП прибыли пожарные расчеты и сотрудники ГИБДД. Движение по трассе было оперативно перекрыто. На месте работали 16-я пожарно-спасательная часть МЧС Санкт-Петербурга, 147-я пожарная часть Ленобл-Пожспас. Огнеборцами была проведена работа по недопущению распространения огня, а также охлаждению и тушению. Для обеспечения безопасности личный состав пожарно-спасательных подразделений работал из укрытия. Вскоре, благодаря слаженным действиям пожарных и спасателей, возгорание удалось ликвидировать. Из участников ДТП никто не пострадал. Рубрика «Регионы. Владимир». На улице Пичугина водитель белого седана Hyundai решил опередить поток транспорта по правой полосе и столкнулся с хэтчбеком, водитель которого собирался повернуть направо. В результате столкновения малолитражку отбросило на газон и развернуло в противоположном направлении, а автомобиль Hyundai отбросило на середину проезжей части. Информации о пострадавших не поступало. В сети обсуждают дедушку-героя, остановившего грабителя, который напал на ребенка. Инцидент произошел в подмосковном Щелково. Дедушка ремонтировал свой старый автомобиль АК, когда в нескольких метрах от него мужчина напал на школьника, отнял телефон и бросился бежать. Однако на его пути оказалась нога пожилого мужчины, который, оценив ситуацию, не остался в стороне. Он повалил грабителя на землю и удерживал до приезда полиции. 72-летнему герою из Щелково, спасшему школьника от грабителя, вручили сертификат на новый автомобиль. Глава округа Андрей Булгаков похвалил подножку Михаила, поблагодарил мужчину за то, что он успел вовремя отреагировать и пообещал, что уже на следующей неделе пенсионер будет кататься на новом авто, вероятно, на Ниве. Услышал крик вот около той машины. Да. Услышал крик, истошный крик, причем ребенка. Почему обратил внимание? Вот я и ребятам рассказывал, что крик был, так сказать, ну, истерический. Угу. Вот. И я голову повернул и смотрю, молодой мужчина начинает, типа там сначала медленно, потом бегом, и, а тот парень за ним бежит и кричит. Угу. На истерике тоже. Ну, я же не буду это самое, здрасте, пожалуйста, там, что вы хотели и прочее. Я тут же среагировал, как бывший охранник. У всех такое пожелание было однозначное, что нужна новая машина. И слов. Я, слов нет. Как бы посоветовался со многими товарищами, общественниками, ну, мы пришли к выводу, что это нужно сделать именно сегодня. Да? Потому что чем новее машина, тем больше желания защищать. И да, новая машина, да, и все, что неожиданно, вокруг, неожиданно. И вы этого достойны. Поэтому, так как это подразумевает выбор, но только отечественного, мы сегодня в ваших многочисленных интервью услышали, да, что да, я поклонник отечественного автопрома. Выбор за вами в течение недели. Места какие, что хотите? Да вы знаете, хорошо бы какой-нибудь типа Нивы, там что-то такое. Опять-таки для хозяйственных нужд. Да вот, пожалуйста. Последствия ДТП на юге Москвы. Автомобиль «Черри» совершил наезд на мужчину, управлявшего электросамокатом. Водитель «Черри» службы такси двигался по Кировоградской улице в направлении улицы Академика Янгеля в правом ряду.
В районе дома номер 28, корпус 1, на регулируемую зебру на самокате выехал мужчина, который не успел заметить автомобилиста и врезался в левый борт автомобиля, а затем упал на проезжую часть. Водитель такси остановился и вызвал на место сотрудников ДПС и скорую помощь. Прибывшие медики осмотрели пострадавшего мужчину и приняли решение о его дальнейшей госпитализации. Уточняется, что зебра, которую пересекал самокатчик, регулируется сигналами светофора. Кто из участников ДТП нарушил правила, будет определено в ходе просмотра городских камер видеонаблюдения. Прибывших сотрудникам ДПС предстоит установить все обстоятельства произошедшей аварии и определить степень виновности ее участников. Парк столичной коммунальной техники переведен на зимний режим работы, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. В соответствии с погодными условиями, коммунальная техника переведена на зимний режим работы. Ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости ремонт и модернизацию. В общей сложности в уборке города планируется задействовать более 12 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации, сказал Бирюков. Он напомнил, что большая часть коммунальных машин в столице используется круглый год. До наступления холодов установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины и тротуароуборочную технику. Заранее расконсервировали технику, которая используется только зимой. Это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки, добавил зам мэра. По его словам, на особо опасных участках МКАД и ФТНАУ будут круглосуточно дежурить тягачи. День жестянщика в условиях первого снегопада отметили столичные автомобилисты на юго-востоке Москвы. Минувшей ночью в южно-портовом районе на участке ТТК неподалеку от дома номер 7 по 2 улице машиностроения произошло массовое ДТП с участием 16 единиц техники. Очевидцы сообщают, что большинство столкновений произошло из-за сложных метеоусловий. На улицах города шел интенсивный снегопад. В ночные часы дороги сковала гололедица, и движение на таких участках дорог становилось проблематичным. Сообщается, что первоначально на внешней стороне ТТК столкнулись несколько автомобилей, образовав при этом три отдельных ДТП. Участники аварии вышли на дорогу, чтобы выставить знаки аварийной остановки и затем оценить повреждения своих транспортных средств. Позднее в аварийные автомобили по цепной реакции врезались другие машины, двигавшиеся следом. При этом несколько человек при повторных столкновениях получили травмы. Прибывшие на место оперативные службы города на время разбора ДТП перекрывали движение транспорта на данном участке дороги. Автомобильный поток направлялся в объезд. В результате массового ДТП три человека получили травмы и впоследствии были госпитализированы. Ликвидировать последствия крупного ДТП удалось лишь к утру. В настоящее время движение транспорта по внешней стороне ТТК восстановлено в полном объеме. Рубрика «Регионы», Тобольская область. Лобовое ДТП легковушки Nissan и фуры Volvo унесло жизни троих человек. В 3 часа ночи на 305-м километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе легковой автомобиль Nissan Note выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Volvo. В большегруз после этого выехала еще одна фура.
После столкновения фура подмяла под себя легковушку и вместе с ней вылетела в кювет. Сила удара оказалась таковой, что Ниссан превратился в груду бесформенного железа. 26-летний водитель Ниссана и два его пассажира, 50 и 54 лет, жители Омской области, скончались на месте происшествия. Предположительно, ДТП произошло из-за того, что водитель Ниссана уснул за рулем во время движения. Неизвестный устроился менеджером по продажам в салон сотовой связи, предоставив поддельные документы на имя другого лица. На следующий день он пришел до начала рабочего дня, похитил 53 мобильных телефона и наличные денежные средства в размере более 500 тысяч рублей, после чего скрылся с похищенным. Сумма материального ущерба от его действий составила более 3 миллионов рублей. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в городе Михайловске Ставропольского края. Им оказался 44-летний местный житель. Частью похищенного имущества злоумышленник распорядился по своему усмотрению, а вторая часть изъята и будет возвращена владельцу. Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 27 октября вечером на остановке общественного транспорта метро «Черкизовская» на Большой Черкизовской улице столкнулись автомобиль Volkswagen Polo и рейсовый автобус маршрута Т-32. Столкновение произошло во время высадки и посадки пассажиров. Существенные повреждения получил легковой автомобиль. Пострадавших нет, движение не затруднено.